Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 Петрозаводска представили Карелию на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Ярославле. Наши ребята показали отличные результаты и заняли призовые места. Прием заявок на ежегодный конкурс «Зимние сказки Гипербореи» продолжается. Для участия необходимо сделать фигуру из снега или льда, сфотографировать ее и загрузить снимок в альбом на странице проекта ВКонтакте. Конкурс продлится до 8 февраля. 16 января по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Вторсырье будут принимать во всех районах города. Выручку передадут в приют для животных. В Карелии подтверждены еще 5 смертей от COVID-19. За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек, выздоровели 142. За последние 10 дней автоинспекторы отстранили от вождения 22 пьяных водителя. Двое из них сели за руль повторно в нетрезвом виде. Им назначены штрафы в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до 2 лет.